Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Жилой массив, набережная. Что ждет бывший пляж Лесной пруд и есть ли у него будущее? Здесь находится свалка отходов бытового мусора и не только бытового. Здесь строительный мусор, все вывозится сюда. Это все незаконное. Похоже, придется пересесть на общественный транспорт. Депутата Николая Герасименко лишили водительских прав. На примере Бийска в крае разобрали проблемы взаимоотношений всех участников мусорной реформы. В Барнауле за один стол сели представители власти, регоператора и полигона. Был ли разговор продуктивным, расскажет Анастасия Дороган. Стол переговоров слишком узкий для всей широты проблем. Участники мусорной реформы спустя почти год ее реализации как будто в первый раз обсуждают, как нужно работать. После режима ЧС, прогремевшего на всю страну, пришла пора говорить обиды в лицо. Сегодня тратить бюджетные средства на уборку этих площадок только потому, что управляющая компания или региональные операторы не в полном объеме или не оказывают, либо не в полном объеме оказывают свои услуги населению, мы просто юридически не имеем права. Физически не могли другие. Полигон на время прекращал доступ к мусоровозам из-за долга рекоператора. Рекоператор настаивает на неудобном графике полигона до 8 часов вечера. Обсуждали проблемы, по сути, только бийчане. Слово «других» веса не имеет. Вопросы, в принципе, решаются, но очень сложно. Какие-то договоренности так до сих пор между рекоператором и владельцами полигона не исполняются. И приходится работать в рамках, наверное, сейчас судебных решений. По Заринскому полигону каждые сутки нам сбрасывают все эти фотографии и все остальное. То есть мы выезжаем, там все чисто. В момент, наверное, есть какие-то моменты, когда там контейнера полные. Но такая же ситуация изначально вкладывалась и в Бийске. Вот только о переполненных баках Заринска говорят еще с лета, но, видимо, Минстрой уже готовится ко всему. Впрочем, самая очевидная в виде мусорных гор проблема у городов одна – недостаток контейнерных площадок. С учетом долгов населения, кредитов на технику, рекоператор не видит ее решения. На сегодняшний день, с учетом сглаживания, наш тариф является планово-убыточным. И в таких условиях получить кредитование, адекватное размеру сглаживания, просто не представляется возможным. Впрочем, на следующий год рекоператоры могут подать документы о пересмотре тарифа и обосновать повышение. Сейчас в Бийске с человека берут 36 рублей. А пока новые контейнеры купит муниципалитет. Сейчас в городе их 900, нужно еще около 100. Правда, город сможет взять лишь 20. На большее в бюджете нет денег. Но это должно стать одним из путей выхода из кризиса, который озвучила мэрия. Другим – пункт взвешивания машин. Но он появится не раньше января. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. В ближайшие годы на месте бывшего пляжа Лесной пруд могут появиться жилой массив и набережная. Только пока барнаульские ученые опасаются, что Лесной пруд ждет плачевная экологическая ситуация, если за бывший пляж не возьмутся специалисты. Сейчас там густые заросли, кучи мусора. Илья Кочетков продолжит. Лесной пруд – водная идиллия. Почти 20 лет, с начала 80-х годов прошлого века, этот городской пляж был любимым местом отдыха горожан. Теперь пруд не узнать, и дело не в выпавшем снеге. Обмелевшая акватория, густые заросли, а с ними еще масса проблем. По словам местных жителей, на берега бесконтрольно сваливают мусор, а выше по течению нам показали место, где образовалась настоящая свалка. Здесь находится свалка отходов бытового мусора и не только бытового. Здесь строительный мусор, все вывозится сюда. Это все незаконные вывозы. Я думаю, тут также здесь вывозится снег. Мы не знаем, откуда это. Эколог Виктор Резников говорит, согласно его исследованиям, экологическая ситуация в районе Лесного пруда удручающая. Помимо прочего, там происходила безлицензионная добыча песка. Он уверен, если оставить все как есть, то с каждым годом район поселка Кирова будет затапливать талыми и грунтовыми водами все сильнее, не говоря о загрязнении акватории отходами. Решить проблему можно, очистив реку от мусора и укрепив ее русло. Возможно, этому поможет проект искусственного земельного участка, который недавно обсуждали в городской администрации. Напомним, авторы предполагают возвести набережную и застроить часть береговой линии. С экологической точки зрения, вот создание искусственного вот этого земельного участка, оно не повлияет на речку,
Единственное будет то, что положительное, это то, что будут вот облагорожены вот эти берега. И самое главное, что вот это вот создание вот этого искусственного земельного участка, оно не повлияет на экологию вот поселка Кирова, на уровень грунтовых вод. Как именно территорию будут застраивать, это отдельная тема, которую необходимо решать с участием общественности, в том числе жителей поселка Кирова. Насколько известно, в ближайшее время заказчик благоустройства лесного пруда, Минприроды края, объявит конкурс на застройку. Если найдется подрядчик, то, возможно, в ближайшие 2 года бывший лесной пруд снова начнет преображаться и теперь в лучшую сторону. Ученые говорят, экология – это прежде всего наука о балансе. С одной стороны, река живет и будет жить своей жизнью. С другой стороны, есть горожане со своими потребностями и жизненным пространством. И нужно как можно быстрее найти баланс между первым и вторым. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае снизилось количество несчастных случаев на производстве. 18 лет назад эта цифра была критической, почти 4000 человек. Сегодня она в 6 раз ниже, уверяют представители фонда социального страхования края. А вот как этого удалось достичь и на что могут рассчитывать люди, получившие травму на работе, расскажет Валентина Аскерова. Вот это идет не от того, что, как говорят, престижно, а от того, что душа просит. Прицелился, четко ударил, и шар уже в лунке. Сложно поверить, человек, который ловко орудует кием, лихо перемещается вдоль зеленого сукна без ноги. 30 лет назад Александр Исаенко поехал в рабочую командировку и попал в страшное ДТП. Непредвиденные обстоятельства. Перевернулись 2 раза, на третий встали на ноги. Но я уже был без ноги. Вернее, с ногой, но переломанная. Травма, угроза жизни, ампутация. Итог 80% утраты трудоспособности. Но Александр не пал духом, открыл бизнес и даже стал титулованным футболистом. Он в составе барнаульской команды ампутантов, 5-кратные чемпионы России и 4-кратные чемпионы Европы. Сейчас Александр ждет новый протез, который позволит ему не только ходить, но и бегать. Развивается скорость до 8 или 10 километров, который у меня будет протез, и на нем долго не ходил. Я всего где-то, может быть, ну час подвигался. Это просто... Ну, я не могу это вам рассказать. Это нужно на себе прочувствовать. Протезирование, санаторно-курортное лечение, раз в 7 лет автомобиль. Такую помощь оказывает фонд социального страхования Александру. Ведь травма производственная. Кстати, по данным фонда, число несчастных случаев на работе благодаря закону об обязательном соцстраховании за 18 лет снизилось в 6 раз. Если в 2001 году было зарегистрировано 3900 случаев, то в прошлом году зафиксировано 631 производственная травма и по заболеваниям. За 9 месяцев текущего года показатель производственного травматизма на 1,5% уже ниже, чем аналогичный показатель прошлого года. Как правило, к ЧП на производстве приводит человеческий фактор – несоблюдение элементарной техники безопасности. В этом году на производствах края пострадало около 500 человек. Большинство из них – сельхозработники и специалисты обрабатывающей промышленности. Сегодня назрела ситуация, когда надо говорить, что сегодня надо предупреждать несчастные случаи на производстве, а потом возмещать. Сегодня надо вкладывать деньги на реабилитацию пострадавшего, на лечение и возврат его к трудовой деятельности. За 20 лет расходы регионального фонда соцстрахования достигли почти 1 000 000 000 рублей. Несмотря на то, что производственных травм стало меньше, предприятиям края есть над чем работать. Сотрудники фонда призывают стремиться к нулевому травматизму. И тогда эту огромную сумму денег можно будет направлять не на компенсации, а на профилактику производственных ЧП. Валентина Аскерова, Дарья Эйдемиллер, Николай Шелко. День с толком. На Алтае почти 400 нарушений правил движения совершили водители нелегальных такси в этом году. Цифра, конечно, официальная. Какова реальная картина, сказать сложно, ведь поймать нелегалов непросто. Чаще всего работа служб организована так. Фирма зарегистрирована в другом регионе, диспетчеры принимают звонки дистанционно, расчеты с водителями ведутся через мультикассы. Понятно, что за техническим состоянием машины, здоровьем водителей никто не следит. Для пассажира пользоваться такими услугами рискованно, ведь агрегатор не гарантирует безопасности перевозок.
Только в этом году в крае 47 водителей были привлечены за незаконную установку фонаря такси. Штраф от 500 до 2000 рублей. Еще большая проблема – нелегальные автобусы. Почти половина перевозчиков региона работает без лицензии. Из 7000 транспортных средств края получили документы только 4000. Из-за теневых конкурентов легальные перевозчики несут серьезные убытки. Полмиллиарда легальные перевозчики теряют от нелегальных перевозчиков. Здесь же все, здесь и обновление подвижного состава, и заработная плата, и много-много еще других вопросов. Если бы вот эти доходы просто один налог НДФЛ заплатили в размере 13%, то бюджет бы получил порядка 60 миллионов дополнительных доходов. Сегодня 700 молодых врачей Алтайского края открыто поговорили о проблемах в своей сфере. Почему специалисты уезжают из края или отказываются от обязательств по целевым направлениям с сельскими больницами? Первый форум молодых врачей назвали «Алтайский край – территория развития». Но так ли это? Разбиралась моя коллега Дарья Демиллер. Григорьевич, ну как ваше самочувствие? Рассказать? Нормально все. Это хирург Александр Щегорцов. В его семье от супруги до дяди все медики. Я поехал по программе «Земский доктор» в район, отработал 3 года, я не полный срок. Ну, так как я здесь ранее работал медбратом в этом отделении, вот, когда появилось место, доктор уехал, ну, так сказать, на повышение поехал в краевую клиническую больницу. А так вообще опыт, полученный в районе, он бесценен. За недоработанный по программе 2 года пришлось возвращать деньги – 400 тысяч рублей. Александр мог бы покинуть родной край, его звали работать в больницу на Сахалин, но остался. Есть и другие примеры, можно сказать, патриотично настроенных врачей. Анастасия Чугунова работает участковым терапевтом в селе Петропавловское. Район хороший, люди доброжелательные, в принципе, все устраивает, программа хорошая. Зарплата тоже устраивает, если не секрет? Ну… Могло быть и больше, мы бы не отказались. На форуме молодых врачей вопрос зарплат поднимался неоднократно. Именно финансы называют главной причиной оттока кадров. Но в региональном Минздраве считают, что проблема не только в деньгах. Формирование уровня заработной платы – это недалеко не первопричина. Сегодня есть субъекты Российской Федерации, где уровень заработной платы далеко за 200 тысяч рублей. При этом уровень укомплектованности врачей и медицинского персонала, ну, даже несколько хуже, чем в Алтайском крае. Поэтому, конечно же, формировать заработную плату, достойную заработную плату мы должны. И сегодня мы будем об этом говорить. Проблему нехватки кадров планируют решить увеличением бюджетных мест в медицинском вузе с 500. Их число вырастет до 620. Еще будут тщательно готовить абитуриентов. Раньше дополнительные занятия для будущих медиков проводили только в 3 районах края. Теперь их число возрастет до 32. Возможность для профессионального роста. Он признан как специалист, а заработная плата – это в том числе тоже фактор признания. И ему комфортно жить там, где он сейчас находится. Это вот 3 важных фактора, которые должны необходимо решать для того, чтобы доктора не просто там закрепились где-то, они хотели здесь работать, хотели жить и хотели здесь развиваться. Не было ли мысли уехать, бросить все здесь? Были мысли, но… Ну нет, наверное. Все-таки нравится природа, нравится место, вблизи семья. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком. Всероссийский турнир по хоккею с мячом состоялся в Новосибирске. В ледовых баталиях сошлись 12-летние спортсмены со всей страны. За ходом матча наблюдали наши корреспонденты. Анна Ирбис расскажет, в чем отличие такой игры от привычного хоккея с шайбой. В Скандинавии это бенди, а у нас хоккей с мячом или просто русский. Изначально он – разновидность зимней тренировки футболистов, и шайбы в него никто не играл. А объединяет два хоккея – лед и клюшки. В России такая игра стала популярна еще при Петре Первом, но секции по хоккею с мячом есть не во всех регионах. Для этого и проводим, чтобы популяризовать этот вид спорта у нас в Новосибирске, в Красноярске и в Кемерово, Хабаровске. Он, в общем-то, проводится. Регулярно чемпионат проводим. А такие регионы, как Алтай, прошлый год у нас из Алтая одна команда участвовала. Поэтому для этого и делаем, для развития. Может, еще виды спорта где-то приживется этот. У соседей, кстати, в Новосибирске игра прижилась. Пивобезалкогольный комбинат «Шулькинский» несколько лет спонсирует турнир на Кубок «Свежесть Алтая». На стадионе Сибсельмашин собирают 10 команд со всей страны, а в будущем организаторы планируют выйти и на международный уровень.
У нас прошлый год было от Хабаровска до Москвы, сейчас Хабаровск-Ульяновск. Ну и хотим еще Скандинавию захватить, потому что этот вид спорта очень там популярен. Норвегия, Финляндия, Швеция. Такие вот идеи есть у нас. Турнир шел 4 дня, а это финал. На льду сильнейшие Хабаровск, Новосибирск, Ульяновск и Красноярск. Организаторы и участники сравнивают игры с финалом первенства России. Это борьба, которая происходит ежегодно на этом стадионе. Она дает такие эмоции, дает такой заряд бодрости, что и в этом году мы не могли не участвовать. Предоставляем призы, предоставляем площадки и помогаем во всех организационных моментах. В финальной схватке встретились Красноярск и Новосибирск. Со счетом 6-0 победу вырвал Красноярск. Очередной турнир по хоккею с мячом состоится уже теперь в следующем году. Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.